Ребята, всем привет! Мы на канале Дэн Тюнинг. Радостный момент произошел. Помните, я говорил, что хочу к себе в коллекцию мотоцикл Минск Кросс. И вот сегодня, вот буквально только что, я забрал детали от этого мотоцикла. Это не целиком весь мотоцикл. Это как бы получилось, что купил только ходовку. Ходовая часть без двигателя. Ребят, сразу хочу сказать огромное спасибо ребятам, всем, кто помог в приобретении и доставке этого мотоцикла, потому что тут целая группа людей была задействована. Огромное спасибо Диме Наруто, который просто ВКонтакте мне скинул ссылку, говорит, вот ты искал, есть ссылка в Беларуси, и вот продается мотоцикл. В общем-то, посмотрел, заинтересовался, дальше в этой цепочке помог Володя Филистович из Минска, то есть он съездил, он посмотрел, он непосредственно на месте как бы там, торговался, там поторговаться особо не получилось. То есть цена, какая была в объявлении написана, за такую и купили. Вот, он как бы все это забрал. А потом еще у нас подключился в дело еще один человек. Это Дима Грицкевич. У Димы Грицкевича, кстати, он тоже занимается мотоциклами. Он собирает Минске, и у него и старые модели есть, и свежие какие-то есть, и, по-моему, даже картингом он занимается. У Димки, кстати, есть канал в Ютубе, ссылочку я обязательно дам в описании. Можете пройти и посмотреть. Также подписаться, кстати, тоже будет не лишнее. Димке огромное спасибо, Володе огромное спасибо. Огромное спасибо ребятам. Ну и еще один человек, который был, получается, уже четвертый задействован, это Жора. Жора, спасибо огромное. Жора привез все это дело. Сейчас мы все это забрали, откроем и посмотрим. Давайте. Мотоцикл приехал по частям. Поэтому будем смотреть, что есть. Давайте, наверное, все-таки начнем с рамы. Оба-на, ничего себе. Та-та-та! Опа, слышь, толкнул, да? Так. А вот и рама. Вот она, наша рама. Вот она, наша рама. Я, кстати, Минск Кросс никогда сам вживую не видел. Это первое мое знакомство. Мотоцикл разобрали для удобства транспортировки его в легковом автомобиле. Целиком его, естественно, не засунешь, поэтому сложили в салон так. Посмотри сюда, смотри. Даже есть оригинальный шилдик, мотоцикл ММВЗ 3221. Вот, год выпуска 1989, сделано в СССР. Вот такой он. Здесь вот тяга задняя тормозная прикрутили. Так, режем дальше. Черной изолентой. Мотора не было. То есть это у нас ходовка без двигателя. Двигатель еще предстоит найти. Найдем. А возможно, даже я буду собирать уже, я так подумал, наверное, с новых запчастей, то есть возьму новый картер от последних Минсков с маленьким коленвалом уже с облегченным, и на него же можно будет приладить четырехканальный цилиндр от шоссейно кольцевого Минска. Ну вот такую он, смотрите, то есть у него вот, видимо, это родной корпус воздушного фильтра. Посвети сюда, поснимай. Ага, так. Ну ладно, так не надо все водить. Ладно. Так, тут у нас... Опа, улетело что-то. Тут у нас еще есть запчасть. Это Володе спасибо, он нашел для триального Минска, который у нас, кстати, уже тоже есть. Но единственное, что его я не снимал, как он приехал, но он есть. Так что, в общем-то, как задумывалось, в коллекцию появился и триальный, и кроссовый Минск. Так, отлично. Ну, здесь просто примотали маятник. Причем тут такой... хитрый колхоз, видимо, для усиления взяли и приварили сюда дугу, видимо, чтобы не ломалось крыло. Вот эта дуга, видимо, была призвана его удерживать. Ну так, в целом, как бы маятник родной, маятник на месте. Не знаю, как насчет кривой, не кривой, надеюсь, что все нормально. Так, отлично. Ну давайте теперь доставать уже остальные запчасти, посмотрим, что у нас тут. Так, у нас есть амортизаторы задние. Что это за амортизаторы, я не знаю. Ходовка не вся в оригинале.
Сейчас мы достанем все запчасти сразу. Так, сиденье. Так, крылья. Крылья. О, колесики. Так, передняя вилка. Резонатор. Колесики. Колесики. Бензобак. И бензобак. Так, ну давайте мы начнем с амортизаторов. Здесь не все запчасти оригинальные. Это я могу сразу сказать. Ну, как бы вот как-то так я решил, что возьмем, что есть, потому что особо выбирать не из чего. Так, амортизаторы. Ну, похоже, они какие-то удлиненные. Состояние неплохое. Пружины, по крайней мере, не облезлые. Хром хороший. Свеженькие пружиночки. Да. И второй амортизатор тоже неплохой. Состояние отличное. Это очень приятно. Папа, да. Амортизатор это типа подвеска? Ну, это задние амортизаторы. Вот сюда ставятся. Вот. Вот это типа подвеска, да? Ну это не типа, это и есть подвеска. Так, теперь разрежем вот это хозяйство. У тебя кровь исходится. Я вижу, да. Это у нас тормозные барабаны с колодками. Вот это задний тормозной барабан в заднее колесо. Так. Лучше постели газеточку. Ложи на нее. Опс. Вот это у нас передний тормозной барабан. Ну, я так подразумеваю, что переднее колесо с барабаном, наверное, чизетовское. Не, это не оригинальный, не Минск. Так же, как и траверсы передние, походу, Ява. Что-то мне так об этом говорит. Да, какие-то вот значки стоят. Чешские. И вилка передняя, походу, тоже яловская. Ну, вот, к сожалению, так вот, что было. Конечно, хотелось бы, чтобы это было сразу все оригинальное. Зато новый мотоцикл в коллекцию. Найти в оригинале мотоцикл целиком, как правило, просят очень большие деньги. Поэтому, как бы, проще вот самое основное, это рама. А потом уже потихонечку можно добывать где-то по частям оставшиеся. Да, передняя вилка, походу, яловская. Причем такая, уже повидавшая виды. Ну, ладно. Передняя вилка. Дальше у нас заднее крыло. Сейчас посмотрим. Там тут еще какая-то. Тут еще что-то есть, да. Спасибо огромное за упаковку. Володя упаковывал. Все хорошо он так тут упрятал. Так, тут у нас родные детали, тормозная лапка. Так, что тут еще? Какие-то ролики, лапки. Еще ну, это подножки, да, подножки. Ну, состояние как новые, с пружинами. Хотя немножко подогнутые, значит, все-таки на них ездили. Так. Крыло. Ну, крыло, не знаю, оригинал это не оригинал такой. Помятое. Интересный. А? Оно помятое. Ну, какое-то вроде как металлическое с отбортовкой. Ну, страшненькое. Страшненькое крылышко, но мне кажется, что родное. Кто знает, поведайте. Так, вот это, кстати, тоже интересная тема. Это минсковский резонатор. Кроссовый, оригинальный. О, какой.
Немножко, конечно, тут его уже подколхозили, какую-то тут трубу приварили здоровую, но это не страшно. Конус можно вернуть в прежнее положение. В целом он целый. Даже накладочка на нем, можно сказать, практически ровная. И почти совсем не ржавая. Есть немножко, конечно, коррозия, но хотя бы так. Так, у нас бензокран. Здесь у нас переднее крыло. Руль. Так, руль вроде даже ровный, не знаю, оригинальный, не оригинальный, но похоже вроде на заводское изготовление. Так, задняя ловушка цепи у нас, ну, такое состояние вроде даже неплохое, немножко она тут помятая, но я думаю, это можно все вернуть прежнее состояние. И переднее крыло чизетовское. Не знаю, было оно такое в оригинале, или это уже прилепили то, что было. Крыло, кстати, неплохое. Можно сказать, что даже практически, ну, практически новое не сказать, но в хорошем состоянии очень даже ничего. Так, сиденье. Оригинальная сидушка. Ну, внутри состояние вообще как у нового. Так. Ну, кожу видно, походу перешили, наверное, на продажу. Такое видно восстановление. Ну, самое главное, что сиденье оригинальное, это уже хорошо, это радует. Что его делать не надо. О, класс. Так, бензобак. Ну, бензобак, это сразу меня предупредили, что это бензобак не родной, это от Лидера, от Минска Лидера, такой уже подколхоженный, помятый, ну, какой был. И давай покажи колеса. Вот это переднее колесо у нас. Не знаю, обозначений никаких нет, но я думаю, что это быстрее всего ЧЗ. Резина, кстати, даже тут и одета неровно. Как-то ее не очень хорошо сделали. Чего? Написано на колесе что-то. Ну, на колесе название написано. ЧЗ-овское колесо. Алюминиевый обод. Вроде как неплохое состояние. Где-то я видел вмятину. Вот есть вмятина, кстати, да. Немножко подбили его. Обод корявый. Ну, ладно. Заднее колесо оригинальное, спицы целые, да, но обод уже убитый, смотри, видишь, молоточком его уже подрихтовали, звезда мертвая. Почему? Зубья лысые, и, по-моему, еще она и стоит неправильно, этим буртом она туда должна стоять. Ну, как собрали, так собрали. Так, теперь, наверное, перекочуют у нас все эти запчасти. Место для хранения отдельное. Так. Чтоб ничего у нас не потерялось. Лапки, тормозные все. Крепеж. Самое главное, что у нас на двигателе есть все кронштейны для крепления. То есть, в принципе, можно сказать, что все, что надо, у нас все есть. Так, все эти наши причиндалы. Так, и амортизаторы сюда у нас тоже, кстати, влезут. Хорошие амортизаторы. Приятное состояние. Возможно, конечно, они уже не рабочие, но они разбираются. Можно будет их посмотреть потом, что там по состоянию.
Так, ну все, пока. Ну все, ребята, в общем, вот такая у нас, такое у нас приобретение. Большое спасибо всем ребятам, кто принял участие в этом мероприятии, в приобретении, доставке. Так что теперь у нас есть еще один спортивный Минск. Но я думаю, теперь можно и дальше продолжать. Есть еще мотобольный Минск и есть еще шоссейно-кольцевой. Но это ладно, это уже потом. Это уже более редкие модели, которые встретить, ну, очень-очень сложно. Все, ребята, всем огромное спасибо. Всем, кто принимал участие, огромное спасибо Степану за видеосъемку. Все, ребята, потихоньку процесс идет, потихоньку техника будет комплектоваться. Я думаю, что в ближайшее время все пойдет. Сейчас чуть станет потеплее, мы достанем первым делом триальный Минск. Он у нас как бы комплектный, его не надо красить, там хромированная рама, то есть его надо будет просто перебрать, скомплектовать, и будем уже делать тесты и обзоры. С этим кроссовым Минском, конечно, немножко посложнее. Здесь надо повозиться. Но в целом, как бы, главное, что начало уже положено. Так что все, друзья, всем спасибо. До новых встреч!